Привет! Всех приветствую на моем канале Марафон здоровья и разговорный марафон. 415 дней, как я хожу. Каждый день, и по этой причине я называю ходьбу марафоном. Сначала хожу, потом записываю видеоотчет. И сегодня я вышла в 12 часов. Почему? Потому что ураган был. С утра ураган, ночь. Такой ураганный ветер. А тут вот тоже как бы... Ух, ветер утих. Дает мне, наверное, записать видеоотчет. Так что насчет ходьбы. Выходите в любую погоду. Ну, конечно, вот так вот переждите чуть-чуть. Пусть дождик пройдет или ураган, ветер. И выходите. И главное, сегодня вообще было. Но мне уже жарко стало. Жарко от чего? Потому что напились супа. Вот вчерашний рецепт супа. Да. И я уже не одну чашечку выпила. Глинтвейн, смотрите, какой красивый. Скажите, с вином? Нет, не вино. Сушеные ягоды бузины и замороженные ягоды черемухи. И все остальное, как на глинтвейн, но только еще к апельсинчику нужно обязательно лимонного сока, потому что в этих ягодах мало кислоты. Вот. Вернее, кислоты много, но она своеобразная. Скорее, терпкость в них. В общем, что вам сказать? Я сейчас... Слушайте, вы такого глинтвейна никогда не пробовали. Такого супчика осеннего. Да. И сегодня он как раз по теме. Хотя я вышла в 12 часов, и все знакомые выходят раньше, сегодня все вышли позже. И я как раз прихватила два термоса такого вот напитка. Обалденно. Главное, встречаю, и мне сегодня, и мне сразу говорят: сегодня день болтуна. Я думаю, неужели такой день есть? Оказывается, просто сегодня все болтают, общаются. Так что я как раз по теме, да? Праздничный день, день болтуна. И я прихватила такой вот напиток. Как вам объяснить? Ну, запах, вы понимаете, как пахнет глинтвейн. Да, извините, если... Я это слово всегда как-то неправильно произношу. Так что я буду говорить супчик осенний. Сами знаете, как он пахнет, да? Но здесь еще добавляется аромат. Сушеная бузина дает такую вот копченость какую-то. Вот. Черемуха, терпкость. И это... Вкуснее любого вина. Вкуснее. Такой вкусный напиток вы не из... Ну, я не знаю. Ни одного вина такого нету вкусного, как вот это. Так что зачем себя мучать алкоголем, если можно такой супер напиток сделать? Да. Слушайте. Обалдеть. Всем моим знакомым понравилось. Потом, да, ни одного знакомого встретила, а несколько. И обычно не разговариваем, а сегодня вот такая вот какая-то общительность у всех проснулась. И я как угадала, да? Как угадала, что так будет. Взяла с собой супчик. Да, я уже его допью, а вы мне завидуете. А лучше не завидуйте, а сами такое сделайте. И, как сказать, в
вы не заготовили такого, да? Открываете интернет, в интернете все есть. Те, которые зарабатывают на заготовках, вот заготавливают, они молодцы. Они для нас заготовили все. Все. Да боже, никогда я такой вкуснятины не пила. Вот, как это мне положить этот, не выбрасывать же, положить в сумочку и идти дальше рассказывать сказки. В общем, вы поняли, да? Я специально оставила так вот побаловать себя на камеру, да? Вкус, послевкусие, запах. Что? Настроение. Вы думаете, настроение может подняться только от спиртного? Нет. Если у вас настроение поднимается только от спиртного, значит, с вами что-то не то. Да. Губы хочется облизать, но это лишнее. На ветру нельзя облизывать губы. Да, так что обязательно приготовьте. А как приготовить? Ну, в принципе, вчерашний день. Откройте моего марафона вчерашний день. 414-й. И посмотрите, послушайте, из чего можно еще приготовить. Такой вот чудесный осенний супчик. Угу. Да. И куда теперь мне идти дальше с таким хорошим настроением? Искать белочек. Искать белочек. Вот. Фух. Согревающее, да? Согревающее. Хоть и не спиртное. Белочек я не встретила сегодня. Придется где-то в кормушечке оставить орешки. Слушай, я как хомяк, полные карманы всего. Так что поднимаем настроение, выходим на ходьбу, занимаемся своим здоровьем, общаемся, находим знакомых по своему кругу общения. Какой как круг, кругозор у кого. Всегда найдется свой кругозор, кто-то чем увлекается. А чем еще здесь люди увлекаются? Еще некоторые ходят в купели, ныряют. О, я была. У нас три купели в городе есть. Ну, во всяком случае, я три знаю. Я ходила все три. Слушайте, это так, так классно. Вот. Ну, вот у нас сейчас, так сказать, красная зона, карантин, то не хочется, конечно, ездить. А вообще, купели. Ну, я не знаю, как начать с осени, с зимы. Надо было чуть-чуть раньше. Я ходила как-то весной. Тоже еще ходили в куртках. Ну, вообще, так понравилось, так. Я не знаю. Чувство такое, и на целый день вот окунулся три раза в холодную воду, да, с головой. А потом выходишь, сначала холодно, ноги прям сводит холодно.
Вот. А потом такое же тепло по всему телу. Супер. И главное то, что потом приезжаешь домой, потом что-то делаешь, и еду к своим детям, тоже 1,5 часа ехать. Бегают, бегают. А я хожу. И что? Дети мои замечают, что во мне что-то не то. Во мне какая-то бодрость, энергия, свечусь. Представляете? Вот одно купание. Один раз покупаться в купели. Хватает энергии на целый день. Так что ждем окончания карантина и идем купаться, да? Не знаю. Одной не хочется. Вот одной точно как-то не хочется. Если найду компанию. Вот одна хожу в лесу прекрасно, но ехать на купель одной не очень хочется. А сегодня меня так все предупреждали. Холод, ветер. Ну и что? У меня вкус. Во рту еще вкус. Непередаваемый вкус, да? Обязательно сделайте себе такой напиток. Не ждите следующего лета, когда все вырастет. Покупайте в интернете. Тем более, я уже повторюсь, я уже 100 раз говорила, ну не 100, 3 раза говорила, что бузина молодильные ягоды. Так что пьем вот такие напитки и молодеем. Что? Нельзя сказать, если мы будем глинтвейн настоящий на вине пить, что мы будем молодеть. Нет, там появятся мешки под глазами. Да. Вот. Делайте себе настроение сами. Вот. Вот. Чуть-чуть светлее стало. Сейчас я вам покажу вокруг. Осень, но все равно красиво. А какой воздух, да? Все, прекращаю сегодня я уговаривать всех. Уговаривать ходить и уговаривать делать себе супер напитки. Я не уговариваю, я просто заставляю. Делайте, ходите. Это нужно для вас. Да, делайте сами выбор. Пока.